Состояние Станислава Говорухина резко ухудшилось. Режиссер находится в тяжелом состоянии. Подробности пока неизвестны. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на его источник. Отмечается, что официально эта информация пока не подтверждена. 82-летний Станислав Говорухин – депутат Госдумы с 1993 года. С 2011 возглавляет Думский комитет по культуре. Он за свою карьеру снял фильмы «Вертикаль», «10 негритят», «В поисках капитана Гранта», «Ворошиловский стрелок», а также сериал «Место встречи изменить нельзя». В марте кинематографиста обвинила в сексуальных домогательствах журналистка Дарья Комарова. По ее словам, Говорухин во время интервью предложил ей провести с ним ночь в обмен на возможность сняться в кино. Пожелаем Станиславу Сергеевичу скорейшего выздоровления. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!